Всем привет! Наконец-то мы дождались. В прошлом обновлении, в прошлый четверг, нам вернули подарочные коды. И сегодня администрация, как бы даже не администрация, а разработчики предоставили нам первый подарочный код. Подарочный код у нас, в принципе, он выглядит... То есть вводим мы его в системе, подарочный код. Дальше вводим подарочный код сам. Вот он код, я ниже в описании оставлю, чтобы можно было скопировать. Даже, я думаю, в комментариях просто брошу один комментарий, для того, чтобы вам было удобно. Так, посмотрим, что мы получаем. Итак, мы получаем 5 книг счастья. Вероятность успеха усиления наряда. 3 зелья энергии, 3 зелья стамины, 100 тысяч монет, сундук героев 5 штук. Там, в принципе, куча разных приколюх может быть. И набор извлечения наряда один день. Да. Я, кстати, ввожу подарочный код на Твине, потому как на основе я уже ввел. Нюанс по коду. Код доступен на 40 тысяч первых вводов. То есть пишите ввести. Если вы будете уже 40 тысяч первым, то вы его ввести не успеете. Поэтому я видео снимаю максимально быстро. Код только выложили. Сейчас найду наряд. Посмотрю, что мне за наряд даст. Юката. Ну-ка посмотрим. Ну, в принципе, ничего так. Жаль только на один день. Вот, в принципе, код годный. Ну, довольно-таки неплохо. Жаль, магических камней не добавили в него. Ну, бегом спешите, вводите. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.